Сегодня у нас утро, после завтрака, после 7 часов утра позавтракали, вот Иначе Иванович вышел размяться. Побивахом, семерых побивахом. Крути-то сколько тут. Трухлявое все. Две не поставишь. Оп. Посильнее вот так. Пойду за тележкой. Купил новую тележку, Володя. Это кошкам. Манка с рыбой. Во. Сейчас я вытащу. Молочная манка. Сделку сегодня утром заключили, Игнатий Иванович. Это была Надежда Васильевна, его жены, эта тачка, он взял на нее, купил. Вот у меня дрова колол, отец, одной рукой, одна рука, вторую на фронте оставил. И вот приехал брат, самый, ну там они бились. Топоры какие были в чурку, все засадили, колуна почему-то не было. А сверху тогда били колотушкой деревянной. Ну и никак. Тогда они это с топорами вместе бросили, сверху дровами завалили. Отец пришел, все покололи, все. А он там, когда встал дальше-то, ох, Олег, ведь они не могли расколоть. Не сердится ничего. Ну давай колоть. Вот чурку поставит. Так. Со всех сторон это. Они неправильно били. Вот так вот надо было бить. Ударит. Тут все дело, значит, знать, где, как ударить. Бить надо всегда с твердого, бить с камля, с этой стороны. Раз. И он приглядывается, маленькая щелка какая-то есть. Ну и вот он по ней бьет. И считай, разбил. Видишь, как мы убираем все. У нас всегда тут чисто. Эх, новая тележка уж. Не то, что вчерашняя там, она была не наша. А сегодня, 4 октября, на своей, как дед Щукарь говорит, мое кровное, там Банникова ограбили, раскулачивали. Своим горбом нажитое. О! Тут велик стоит. А тащи велосипед, не этот. Твой или этого? Мой. Сергеев, твой? Мой, да. У тебя две машины, да? Да, две машины у меня. Я его вытащу сейчас. Вот одна красная, а другая синяя.
У него, у него прокрутый. А? Прокрутый у него, прокрутый. А-а-а, вот что дело. Тут мешает. Мы сейчас пойдем вызволять труженик кошек. Все. Пошли, видишь. Рыжий не на ком разгуляться. Сейчас залез к голубям. На полу еще три, которые не залетают. В общей сложности с дикарями остается не больше 15. А было 45. Какая-то холера нашла на них. То ли отрава, то ли еще.